Я говорил, что скоро предложу вам проект, который станет началом возрождения нашей Родины, Армении. Мы запускаем общеармянское движение Ашхаражуков. Чего, блядь? Ашхаражуков. Давайте вместе честно ответим на вопросы. Почему армянский народ теряет земли? До каких пор армянским народом будут править люди, которых назначают из других столиц? Почему армяне до сих пор не объединились в единый кулак? У этих вопросов есть только один ответ. Да потому что вы все идиоты и олухи! Братья и сестры, последние 2 года я вместе со своими единомышленниками в Армении и в диаспоре искал пути выхода армянского народа из системного кризиса, и мы нашли этот выход. Сегодня я вам предлагаю не просто очередную партию или движение. Я предлагаю вам взять друг друга за руки и вместе восстановить древний институт народного представительства. Речь идет об Ашхаражугове. Что такое Ашхаражугов? Это собрание наследников всех 15 провинций Великой Армении. Объединяясь вокруг этого органа, народ на протяжении тысячелетий решал вопросы войны и мира, принимал законы, по которым он жил, назначал царей и также объединялся, чтобы прогнать иностранных захватчиков. Нам-то не гони! За километр видно, что ты людоедом был! Мы часто жалуемся на то, что политики предают армянский народ. Пора положить этому конец. В конце концов, народ сам себя не должен предавать. Я предлагаю воссоздать институт, в котором народ будет самостоятельно решать свою судьбу. Каждый из нас является наследником определенного клочка армянской земли, которую он должен представлять на Ашхаражугове. Например, я, Саркис Цитурян, родом из Утика. Если ты родом из Барцыргайка, Тайка, Нахидживана, Сюника, Арцаха, Арарата или другой провинции Гайка, то я жду твоего участия. Мы ставим своей целью восстановление территориальной целостности Армении. Не советской Армении, а настоящей Армении, которую турки украли у наших дедов и прадедов. А позвольте вам задать вопрос, а при чем здесь турки? Вот у меня есть документ. Подожди. Почему вы каждый раз показываете одну и ту же бумагу, а? Потому что у меня все документы на одной и той же бумаге. Мы армяне, народ экономный, у нас нефти нету, мы все на одной бумаге печатаем. Читаю дальше. Документ, который доказывает, что во всем виноваты турки. Кто начал войну в Сирии? Турки. Кто бомбил Ирак? Турки. Кто убил всех индейцев в Америке? Турки. Кто выиграл Хорватию на чемпионате Европы по футболу? Турки. А вы знаете, сколько денег я поставил на Хорватию? Нам чужое не нужно, но свое мы никому не отдадим. Армянин, помни, только любовь рождает единство. Только единство дает силу. Только сила способна восстановить Армению наших дедов и прадедов. Если в твоем сердце есть любовь, значит ты один из нас. Мы одной крови. Вы и я. Значит, мы с тобой одной крови. Ты и я. А мы уйдем на север! А мы уйдем на север! А мы уйдем на север! Это все
ваша тарелка не будет никого! И только лягушонка и косточек его! И косточек его! Бедный Маугли!